центр Донецка. Горит крыша. Знаете, вот сюда прилет был. По-моему, что-то еще где-то прилетает. Вот броневики не слышал. Люди начали бежать куда-то все. Опять где-то были прилеты. Вот так центр Донецка. Сегодня была взрывная пакета Белграда. Просто это неточное оружие. Я еще раз повторяюсь, я не понимаю, как могут эти нелюди воевать с мирным населением. Если воин с воинами воюет на передовой, это понятно. Идут позиционные бои, там, но когда просто тупо с пакета града выстрелит один пакет, второй полпакета, держите по центру Донецка, это просто военные преступления украинской стороны.